Выставка World Food Moscow закончила свою работу, строители выносят павильоны, но мы продолжаем свою работу и знакомим вас с интересными проектами, интересными людьми. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться, какую компанию представляете? У нас компания называется ZBoom и мобильное приложение ZBoom. Мы занимаемся дополненной реальностью для товаропроизводителей и ритейла. То есть мы создаем программу лояльности, игры, и оцифровываем, оживляем упаковку, этикетку любых товаров в дополненной реальности. Пользователь может получить гораздо больше информации, чем просто с напечатанной этикетки. И таким образом мы вовлекаем покупателей во взаимодействие с брендом, с товаром. Интереснее людям покупать. Для производителей это реклама бренда, увеличение продаж. А для людей отличная игра. А для людей это не просто игра, еще также у нас, когда они просматривают какой-то контент через наше приложение, они еще и зарабатывают. То есть ты зарабатываешь некие игровые баллы, монетки у нас тогда, и которые можешь обменивать в дальнейшем там, на призы и подарки в маркетплейсе. Получается, можно наиграть себе на бутылочку вина? Можно наиграть себе даже на поездку в Болгарию. Вот у нас сейчас разыгрывается путевка в Болгарию, когда ты играешь и можешь обменять на поездку. Замечательно. И будет масса других призов. То есть у нас различные партнеры сейчас собираются. Ты можешь наиграть и на чашку кофе где-нибудь в заведении. Или, не знаю, на какой-нибудь интересный мерч, на все что угодно, то есть это все у нас сейчас заполняется. Здорово. Скажите, пожалуйста, для ритейлеров, например, для производителей товара, в чем плюс? Получается, чаще всего какую-то дополнительную информацию можно было наносить с помощью QR-кода, но он тоже имеет свои ограничения по количеству информации. Здесь же, получается, я так понимаю, просто сама этикетка становится QR-кодом, и получается сразу можно уже запихнуть огромное количество информации, раскрывающей товар. Да, ну, к примеру, если, не знаю, у вас соус, например, да, и при наведении на этикетку соуса можно увидеть рецепты, к примеру, да, которые можно готовить с этим соусом, это одна из... Да, также можно показывать, как это производится, то есть различную информацию, на самом деле гораздо больше. Можно встроить игру, вот эту геймификацию, вау-эффект. Там, например, если это вода, можно сделать так, что ты наводишь, не знаю, там пошел какой-то водопад, там еще какие-то вещи. То есть, и дальше ты с людьми, ну, говоришь, ребят, посмотрите, как это выглядит, снимите и опубликуйте в своих социальных сетях с каким-нибудь там тегом, хэштегом. Ну и дальше различные механики игровые можно применять. Соответственно, уже такое сарафанное радио включается, когда люди удивляются и этим удивлением делятся с окружающими, и получается, вы создали дополненную реальность для своей там упаковки, и ее начинают просто все рассказывать друг другу, что они видели. Соответственно, кто-то хочет увидеть, он идет и покупает эту историю, ну, как бы ваш продукт. Правильный вирусный маркетинг. По сути, да. Причем маркетинг еще такой, что когда людям выгодно еще становится и не просто играться, а еще и зарабатывать, то есть тоже. Мы, например, сейчас ну, в рамках и этой выставки общались с компаниями, которые, например, выпускают для детей продукцию. Шоколадки, там, йогурт и так далее. Да? Здесь можно включать еще и обучающий момент. Вот мы, например, с одной из компаний здесь обсуждаем сейчас возможность сотрудничества, и для них интересно было бы, чтобы дети могли учиться там алфавит там и так далее. То есть, и, например, там, не знаю, мама пока кормит ребенка, и с ним можно поиграть, и заодно он будет развиваться, или можно изучать дикую природу, все что угодно, как бы, да, то есть это и в образовательных целях, то есть и польза, то есть больше пользы от продукта можно принести благодаря ее оцифровке при помощи нашего ресурса. И конечный пользователь рад, и рад производитель, и рад ритейлер. Сплошные вин-вин. Спасибо вам большое. И вам спасибо большое. Спасибо World Food. Это замечательная площадка, и на ней очень интересно. Мы первый раз здесь участвуем. Добро пожаловать к нам в Сколково. У нас находится там павильон.
приходите, все покажем, все расскажем, что у нас есть и чем мы занимаемся. Более спасибо. Спасибо большое.